Я всех приветствую. Мы продолжаем проходить одиночные миссии Operation Flashpoint Cold War Crisis. На очереди у нас миссия снайперы. Легкая миссия. Мы опять в роли невидимого воина выступаем. Миссия, ну, очень простая. Во-первых, вот эти вот двое нам не понадобятся, так что они должны остаться здесь. Сейчас вам покажу, как нужно. Идем в сторону нужной нам базы, где предполагается встреч. Вот она. Идем сразу туда. Единственная сложность — пересечь дорогу. Мы прям снайперы такие, с камуфляжем тут. Ложись только в кустики и настреливай себе на здоровье. Эта миссия показывает бытовуху снайперов, не то что это не те парни, которые постоянно убивают. Снайперы могут по несколько часов в одном месте сидеть и ждать. Ну вот, нас уже встречают два патрулирующих на этой дороге. Мы здесь просто ползком проходим. Времени очень много. Миссия завершается быстро. В общем-то, никакой сложности здесь нету, только займите правильную позицию и можете уже все что угодно делать. Звук непонятный. Патрулирующая БМП, мы тоже подождем аккуратненько. Что-то не так. Все хорошо. Если честно, я не знаю, какие тут еще патрулирующие есть. На другой стороне там где-то... Тут вообще много всяких вещей непонятных. Так что... Начинающий игрок... В этой миссии вообще заблудится, как я. Вот там грузовичок как раз таки. Это вот все не нужно трогать. Нам нужно только убить трех офицеров, которые прибудут на эту базу. Остальное это так, фигня. Декорации, можно сказать. Да, прикроют. Прикроют мою тачку дуракую. Дальше просто идем вниз. Здесь мы видим все. Все, что надо, мы здесь видим. И вот это вот
Деревце очень хорошо подходит для наш. Я вам сразу скажу, что здесь вот это офицер. Этого убивать не надо, наверное. Очень интересно, видите. Много чего здесь есть, разных деталей. Забор сломаю. Сейчас подбираю наиболее подходящую позицию, потому что там деревце немножечко все-таки мешает. Вот, хорошо. Я эту миссию проходил, я знаю, что они пойдут именно туда, и там они будут встречаться. Очень удобно, кстати, для меня. Не здание, а сразу же. И нужно подождать какое-то время, наверное, минут 5, пока приедут. Можем пока что посмотреть, как они на полной мощи врываются. Даже говорить ничего не хочется. Без комментариев, так сказать. Ускорим время пока что. Интересные часы. Сразу дату показывают. Компас, часы. Карта. Ага. Вот, я пропустил момент, тут приехал УАЗик и привез с собой двух офицеров. Вот они идут. Не знаю, что они так вырядились или что это такое. Абсолютно никаких подробностей нет, просто вот этих именно убить нужно. Самое время, чтобы сохраниться. И сейчас будем смотреть, насколько косая эта винтовка. Как они хорошо-то встали. Куда это ты пошел? Все, убил. С трудом, но мы убили довольно-таки быстро. Все, миссия завершена. Всем пока.